Итак, всем привет, ребятки. Сейчас я сижу, делаю урок. У меня тут небольшой беспорядок. Вот. Я уже приготовила ножнички, так как я вам обещала, что я вам сниму распаковочку. А вот. И когда я буду сейчас распаковывать вот эту посылку, это посылка для моих улиток. А, как вы знаете все, я заказываю минеральную покормку, этот кальций. Вот, мне пора заказывать мох. А в общем, у меня пока что он там есть. Сейчас я вам буду рассказывать про Тимошу. Может быть, кого-то заинтересовало, зачем его прогристогонить надо. Для того, чтобы у него не было глистов. Вот, даже у домашних питомцев, котят, маленьких пород собак, также больших, могут быть глисты. Вот, и мы его взяли, не пойми, с каких рук, может быть, из плохих, может быть, из хороших, вот. И поэтому мы Тимошу хотим с бабушкой на выходных проглистогонить и проблошить. То есть прокапать ему на шею ему, а вот ему хотим прокапать отблох. Две капельки в эту сторону, вот. И проглистогонить его, это все вы будете видеть на выходных. Но я уже распаковала Тимоша в хороших руках. Бабушка ему купила какую-то там игрушечку, какой-то мячик, она мне сказала. Вот, она говорит, мы, говорит, в следующий раз, ну, на выходных, зайдем, говорит, с тобой в зоомагазин, и ты ему купишь любую игрушку. Я ему хочу купить удочку с этим вот пушистиком, вот, и какую-нибудь пищащую мышку или еще что-нибудь. Вот. Я распаковала. Это минеральная подкормка мелкокормовой для декоративных улиток охотин. Вот, здесь его 5 штучек. Таня тоже будет снимать распаковку, так как она улиточкам своим тоже что-то там заказала. В принципе, я знаю, что, но говорить не буду, чтобы вам было интересно смотреть. Вот этот вот пакетик, я его выкину. Ну и вот мел кормовой. Вот такой вот сейчас вам покажу. Вот такой вот обычный кормовой мел. Совсем одинаковый. Это я запасаюсь улиткам на зиму, так как сказали, что возможно это все пропадет. Я читала в интернете. Вот. Когда лучше закупаться. Вот. И там было написано то, что возможно все это пропадет. Поэтому я хочу заказать. Вот, я заказала кальций, так как у меня пока что две улиточки, мне много кальция не надо, вот это я просто запасаюсь. Вот, нам вот такого вот одного пакетика, так как мы его сейчас уже открыли, практически такой же пакетик, вот, они по 100 грамм, и там у меня по 100 грамм, вот. Это самые обычные кальций смеси, вот, очень хорошие, отзывы там были хорошие, вот, и я читала, что, возможно, это все пропадет, так как сейчас эти улиточки стали очень популярны, и это все будет, все вот это все будет пропадать. А вот, то есть, все это будут закупать тоже другие люди. Вот. И так как у меня две улиточки, этого достаточно. И одного вот такого вот пакетика больше 3 месяцев используется. И как бы, если много не насыпать улиточкам, то этот пакетик вам прослужит чуть ли не 5 месяцев. Вот. Ну и сейчас, конечно же, как я вам говорила, что они придут мне 9 числа, это в четверг, но завтра уже среда, а сегодня вторник, они мне пришли. Вот. Поэтому сейчас я принесу свою коробочку и буду уже все вот эти вот кальции запаковывать или класть в коробочку. Вот, в принципе, может кто-нибудь скажет, зачем тогда это распаковывала, если можно было просто в этом пакете положить и все. Как бы, ну, так интереснее, и чтобы лишнего места ничего не занимало. Поэтому сейчас приду, принесу коробочку и приду на место. Так, я иду за коробкой.
У нас сегодня небольшой праздник. Вот. Я смотрю, что в этом кальции комков совершенно нету. Сейчас мы даже проверим размер этого кальция. Я заказала вот этот кальций. Тот самый кальций. И вот этот кальций у меня стоял на трубе. И получается, внизу он у меня немного нагрелся. Сверху комочки, а внизу нет комочков. Такой вот обычный порошок. Вот. Абсолютно одинаковые 100-граммовые эти кальции. Может быть, просто кому-то интересно, поэтому я и показываю. Я всегда во все уверена. Самое главное, что мне пришло, что я заказала. Все эти 5 штук мне пришли. Самое главное. Еще вот этот вот обычный кальций, который я вам сейчас показывала. Вот. А вот этот вот с витамином С. И поэтому он тоже 100 грамм. Я его пока что не открывала. Я вам говорила уже в предыдущих влогах, что когда я его буду открывать. Вот. В этом влоге я уже не буду повторять, когда я его буду открывать. Кому интересно, тот просто перейдет на мой канал и посмотрит все мои видео. Потому что там очень интересно. Вот. Кому интересно наблюдать за жизнью моих улиточек, тот подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, так как у меня стали чаще выходить влоги, так как я нашла для вас время, чтобы вам снимать влог. Вот. Ну и вот такие вот кальций смеси я заказала. Может быть, кто-то не рассмотрел. Вот такие кальций смеси я заказала. Опять же, читаю. Подходит для всех видов улиток, охотин, виноградных и других сухопутных улиток. Любого возраста и размера. 100 грамм для улиток. Рекомендуется для ежедневного применения. Вот. Маленьким-маленьким написано. Просто сейчас не будет видно. Вот, хотите, останавливайте и читайте. С другой стороны, абсолютно ничего нету. Вот. Вот, ну а я складываю это все. Красоту вот эту всю. Вот. Вот так вот. Я им хочу, своим улиточкам, на Новый год что-то подарить. А, конечно же, про Тимошу я не забуду. Тимоне я тоже что-нибудь подарю. Моему малышу маленькому. Вот. Я ему и так уже подарила. Вот. Ну и чтобы он совсем до конца освоился у бабушки, я ему на Новый год, точнее заранее, потому что Новый год у меня у бабушки не будет, я ему заранее дам какую-нибудь или подарю какую-нибудь игрушечку. В общем, сейчас покажу, как это все разместила. Все у меня вот так вот получилось. Теперь вы точно знаете, что у моих улиточек хороший будет панцирь. Все с ним будет в порядке. Сейчас улиточки я им сегодня там положила после школы, когда пришла. Я там готовила, так как у нас сегодня праздник. Вот, я им положила туда большой шарик капусты. Сейчас я поставлю на свой стол и покажу вам. Здесь у меня очень темно. Подогрев. Насчет подогрева сейчас точно скажу. Покупать, скорее всего, буду, но пока что не буду, так как я не хочу пока что тратить деньги. Вот. Потому что он сейчас абсолютно не нужен. На первое время у них будет труба, они будут стоять у трубы, а потом я им уже куплю подогрев. Вот. Кокулик уже достаточно много. Вот. Не знаю, когда, короче, наверное, завтра буду брать кокулечки. Вот. Я им здесь оставила вот такой вот кусочек капусты. Здесь у нас, что мы вчера накладывали. И бананчик. Немного, прям там немного погрызано.
Огуречка не вот так скушаю, я им просто на огурец положила. Пока что я это все двигаю, а потом я им поменяю уже. Вот это все мне сейчас вообще там не надо у улиточек. Я ее потом выкину. Я просто, у меня не было времени, чтобы нормальный кусочек положить. Я им просто немного положила. Так, прирост у моего лунтика хороший. Вот. Пока капусту кальций смесь не буду посыпать, я у них потом поменяю еду. Еду я у них поменяю совсем, банан уберу. Вот, капусту уберу. Ой, морковь уберу. Капусту оставлю, вот, посыплю кальцием, их капусте еще что-нибудь добавлю. Вот, ну а сейчас я, как вам показала, что я распаковала уже посылочку, ножнички мне уже не нужны. Вот, ну и сейчас я буду доделывать уроки. Вот. Сейчас я делаю русский, поэтому всем пока, не буду задерживать это видео, так как я все рассказала, что хотела рассказать. Ну а про Тимошу буду вам рассказывать в каждом видео, так как мы с ним встретимся через 3 дня. Эти 3 дня пролетят очень быстро, если про Тимошу пока что не вспоминать. Но про такого маленького, миленького комочка невозможно не вспомнить. Итак, весь рассказ про Тимошу я оставлю, скорее всего, обещать не буду, под этим видео в ссылочке описания. Вот. Я попытаюсь оставить вам ссылку на это видео. В принципе, оно не так далеко ушло от этих всех видео. После того, как мы купили Тимошу, мы его купили, а не взяли. Я выложу, наверное, максимум 3 видео или 4. Поэтому его не так далеко найти, но я попытаюсь вам оставить ссылочку в описании. Поэтому, если будет ссылочка в описании, переходите на эту ссылочку, и там будет видео про моего Тимошу. Вы его увидите, он такой маленький. В общем, подписывайтесь на мой канал, так как на моем канале очень интересно. Много узнать можно познавательного. Но, конечно же, для маленьких детей или для взрослых, кто занимается тоже улиточками, здесь некоторые видео могут быть для них познавательными. Поэтому всем пока, я вас всех люблю, до новых встреч!